21 октября в студенческом дворце культуры ГНИУ пройдет фестиваль научной фантастики, гости которого смогут увидеть, как жидкость течет вверх, работает гаусс-пушка и можно ли создать мороженое с помощью азота. Кроме того, всех собравшихся ждут увлекательные научные опыты, погружение в виртуальную реальность, выступления роботов и турниры по интеллектуальным играм, начало в 12:00. Развлекательный центр «Октябрь» приглашает на программу выходного дня. 21 октября цирковое представление «Волшебное королевство» с животными и дрессированными голубями. 22 октября фокусы покажет веселый клоун «Куздрямчик». Мероприятие бесплатное для посетителей развлекательного центра «Октябрь». В экспоцентре «Пермская ярмарка» в эти выходные состоится выставка «Собак всех пород». Крупнейший фестиваль в Прикамье, посвященный домашним любимцам. Участники выставки продемонстрируют таланты своих питомцев, а все желающие смогут выбрать четвероногого друга, а также товары для содержания и ухода за животными. Начало в 11. В саду Миндовского 22 октября будет организовано благотворительное огненное шоу. Артисты выступят с импровизированными номерами. Любой желающий сможет посмотреть трюки с огнем и пожертвовать посильную сумму на лечение тяжелобольных ребят. Начало 18 часов. О других интересных событиях в эти выходные. 22 октября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете пройдет день открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Начало в 11:00. Детская краевая библиотека имени Кузьмина приглашает на воскресную программу Клуба исторической разведки, которая состоится 22 октября и начнется в 14 часов. В ДК имени Солдатова в это воскресенье пройдет концерт Пермского губернского оркестра, посвященный 40-летию творческой деятельности главного дирижера и художественного руководителя Евгения Тверетинова. Начало 18:00.